Друзья, всем привет! С вами Санек. Сегодня в мастерской поставил елочку. Надвигаются новогодние праздники. Вот она стоит, моя красавица, в уголку. Сейчас покажу поближе. Предлагаю запустить своеобразный челлендж среди самодельщиков на креативную елку, сделанную своими руками. Может быть, сделана из чего угодно и любого размера. Давайте покажу, из чего же сделал я. Вот так, мужики, все это дело выглядит в полной темноте. Сейчас включу свет и посмотрим поближе. Вот как-то так получилось, друзья. Так вот, друзья, если идея понравилась, показывайте свои варианты самодельных елок. Будет очень интересно, кто на что гораст. Хэштег предлагаю сделать единым. Елка самодельщика. Добавляется в конце название ролика. Можете скопировать у меня и добавлять к себе ваши ролики. Все ролики соберутся в одном месте. Не нужно будет их искать по всей сети. Человек, нажав на хэштег, будет видеть все наши новогодние елки. Вот, как-то так. Ладно, всем пока. Всех с наступающим. Удачи, здоровья и мирного неба над головой.